Этим летом КФУ запускает серию мероприятий в формате «Ночь науки». Акция будет состоять из трех мероприятий. Первое пройдет 28 июня, объединит три института. Институт филологии и межкультурных коммуникаций, Институт международных отношений и востоковедения и Институт психологии. У нас будет 4 шатра со своей лекционной программой параллельной. У гостей мероприятия будет выбор, куда пойти, что посмотреть. И они будут не просто пассивными слушателями, но активными участниками нашего мероприятия, потому что наш формат будет полностью интерактивным. Название первой встречи «Наука в летнюю ночь». Вся информация будет подана в интересной и интерактивной форме. Обучение будет проходить в виде развлечения. Таким образом, мероприятие станет небольшим праздником для студентов, потенциальных абитуриентов и жителей города. Дорогие друзья, приглашаем вас всех 28 июня на наше мероприятие «Наука в летнюю ночь» в КФУ. Ждем вас в 18 часов на площадку перед входом в здание Института филологии и межкультурных коммуникаций. Вас ждет много интересного, нового, необычного, и вы прекрасно проведете время. Юлия Парышева, Инна Федотова, Ленар Давлетьяров, Универньюз.